визит был очень насыщенным, были проведены много встреч. Мы рассматривали целый ряд вопросов, как двустороннего отношения, взаимоотношений, так и вообще региональных процессов. Встретились с армянской общиной, провели встречи с руководством Республики Южная Осетия, государства Алания. Провели также встречи с министром иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик. Ну, в целом, позитивно. Теперь будем уже претворять в жизнь те договоренности, которые были начаты в течение этого периода, достигнуты. Те проекты, о которых мы говорили, мы должны, значит, осуществить на практике. Знаете, я не хочу вдаваться в детали. Почему? Потому что вы знаете, что у нас есть такой девиз: мало говорить, больше работать, больше действовать. Поэтому надо подождать, чтобы, значит, все было нормально, так как надо. Об этих вещах не надо заранее говорить, рекламировать, тем более, что это, значит, весьма важные аспекты, и это не является предметом пиара или каких-то, значит, фейсбукных или других обсуждений. Нагорно-Карабахская республика признана, значит, Осетией, Абхазией, Приднестровьем давно еще. У нас были форумы, соответствующие площадки, где мы постоянно собирались, периодически дискутировали. Мы думаем, что наши взаимоотношения необходимо поддерживать на высоком уровне и еще более углублять. Но если Алиев говорит, нету Нагорного Карабаха, но Нагорный Карабах есть, что весь мир должен под диктовку Алиева писать? Да, он покупает очень многих, значит, политиков в разных странах, в разных, значит, этих международных структурах. Но все-таки реальность и правда, они в любом случае, насколько не было бы все сложно, трудно, но все-таки они пробьют свою дорогу. Поэтому сейчас надо не то, что, скажем так, обращать внимание, что говорят в Азербайджане. Надо прислушиваться, естественно. Но делать лишь для того, чтобы в Азербайджане кто-то дал какую-то реакцию, это тоже ненормально. Мы будем работать, мы будем бороться за наше будущее. Мы будем бороться за то, чтобы Арцах вышел из этой тяжелой, тяжелейшей ситуации, из этого, значит, поправился от этих многочисленных и глубоких ран. Вот это самое главное, что мы должны делать. Без какого-либо пиара, без крикливости и так далее, это не наш путь.